Наступает сладостный момент музыкального единения, и сегодня у нас в гостях Виктор Франк из группы Black Bros. Добрый вечер. Добрый вечер. Вновь рэп, вновь суровые парни с кепками-козырьками назад, хотя я не вижу чего-то такого металлического на груди. Из-за микрофона пришлось. А, снять, мешал. Заставили, да. Фанило просто-напросто. Альбом выходит новый. Да, сейчас пишем альбом, еще не выходит, к сожалению, но думаю, что к лету он будет у нас, конечно, готов. Новый альбом, совершенно новый материал. Не буду хвастаться и говорить, что такого здесь не слышали. Ну, такого здесь не слышали, конечно, но... Но ты занимаешься еще съемками видеоклипов и работаешь с какими звездами? Так вот, 3-4 назовите нам громкие фамилии, да? Ну, самый громкий, наверное, такой для нас был шаг — это Анжелика Гурбаш. Это певица Светлана Светикова, певица Света, рэпер Стим. Вот. И сейчас на уровне переговоров есть еще артисты, но называть пока не буду, чтобы это как бы не сглазить. Ну, я так понимаю, что фичеринги, соответственно, тоже будут, наверное, какие-нибудь интересные. Да, альбомы. Вот со Стимом вот как раз-таки у нас на альбоме будет фичеринг, совместный трек. Сдружились мы с Никитой, как бы вот очень хорошо время вместе проводим, мы общаемся и по музыке, даже нашли общие какие-то... Ну, делаем общую песню, очень хорошую. Ждем его сейчас в Таллине, будем, наверное, снимать клип на нее. Вот. Как происходит, так сказать, первое общение с российскими звездами? Потому что я так понимаю, что вы уже добились того, что на вас обращают внимание, в том числе и российский Бамонт. Угу. А самые первые шаги, они как происходят? Потому что у многих начинающих звезд, естественно, возникает в какой-то момент вопрос, а как мне прорваться? Ну... Если говорить, допустим, каких-то там звезд, которые приезжали к нам клип снимать, то я непосредственно с некоторыми знакомился на площадке уже, ну, потому что на стадии переговоров, на стадии там подготовки я с некоторыми не общался. А, допустим, как пробиться, ну, вот когда пробьюсь, когда мы пробьемся, тогда я расскажу, как пробиться. Слушай, на Vevo, то есть на Ютубе, вы заработали $3.56 за просмотр. Сколько это просмотров, чтобы заработать такие деньги? Ну, это... Около 100 тысяч просмотров у нас за весь контент, за все клипы, которые у нас есть. Ну, это шикарный, на самом деле, показатель, в общем. Ну, конечно, это не Gangnam Style, я понимаю, да, там другие, наверное, деньги, расклады. Песня «Голос», которую сегодня вы будете исполнять, вопрос, что это за песня? Это новая песня, это, ну, она в альбом не войдет в наш, потому что это какой-то был такой для нас эксперимент. Это ремейк Кати Чеховой песни, вот, песня «Голос». Сейчас мы ее продемонстрируем. Мы просим вас на нашу сцену. Спасибо. Группа Black Bros сегодня заканчивает программу сегодня вечером в прямом эфире. Мы практически с вами попрощались, потому что еще песни впереди, но через неделю. Доброго вам весеннего настроения и до встречи на следующей неделе, в следующий четверг. Со свежими новостями. Пока. Пока. Немного не нужно. Не нужно, чтобы ты просто рядом был. Не нужно, чтобы утром меня целовал. Нужны твои руки. Не нужно, чтобы не было черных полос. Не нужно, чтобы рядом со мной всегда звучал твой голос. Твой голос нежный, нежный. Все, что мне нужно, но вокруг меня лишь этот город снежный. Я между дин застыл и своры честных королев. Они кичатся, что я слеп, а в них ванили карамель. Я словно кап без герды, в моем сердце нет. Люби на поиски искры, внутри немало долгих лет убил. А я хочу быть с ней, чтобы в мире стало душно. Чтобы на ушко... Ну как же тебе под крыло недопущенный? Опять пропущенный, кажется, вовсе не твой суженый. Устал искать детали, тебе ключи сердца и стали. Засыпать и тут же цветами, слаймы будто лазанья. Не путали сами, вроде кто-то глаза завязал нам. И уже поданы сами, все знали, вокруг вот шакалы стаи. Ледяная дева, она пришла ко мне, забрав все нужды. Осколки зеркала, ее слез подушку, но мне так много не нужно.